Это две большие темы они взяли. Мать Чингисхана. Это все главы, которые были рассыпаны по роману, они собрали в одну повесть. И получилось, как мне кажется, более читабельно, более интересно. А потом еще вторая тема – это «Друг Чингисхана». Это про Джамуху главы тоже собрали вместе. И получилось очень емко и интересно. «Мать Чингисхана» – это особая книжка. Вот эта особая книжка, она просто, ну, вот я употреблю такое слово, которое к литературе не очень хорошо, шикарная книга, потому что она состоит из новелл, значит, потому что, ну, Чингисхана всего вот прочитать объемное произведение, и в сегодняшней жизни, когда мы все бежим, еще и сложно. А здесь сравнительно небольшие по объему повести и рассказы, которые рассказывают, ну, во-первых, «Мать Чингисхана» – это о любви. В принципе, о красоте любви, значит, о том, как ее муж ее любил, как они родили сына, который стал Темучином, который стал потом властителем мира. Почему он такой стал? Потому что они друг друга очень любили друг друга. И как потом сам Темучин, который впоследствии стал Чингисханом, любил свою жену Барте. И, собственно говоря, ему было 18 лет, и из-за нее, когда ее украли, он поднял степь, будучи нищим, бедным, ханом бедного племени. 18-летний пацан пошел и разбил на ту пору мощных, богатых меркитов.